Владивосток, 30 мая 2022 года. Жилые дома возле Владхлеба. Тренажерчики стоят новенькие. Что здесь за адрес? Надо посмотреть, где-то таблички должны быть. Народный проспект 35. Здесь цветет все. Народный проспект 45, вот этот дом. Такие здесь дворики. Дворики, домики. Молодые деревца, вот молодое деревце посажено и ограждение сделали. Хорошо. Там детский сад. Площадка, видимо, детский сад. Горки советские, видимо, здесь когда-то была детская площадка, но вот осталась одна горка советская, так скажем. Зелень, зелень. Детский сад.
И везде, где можно и нельзя, припаркованы машины. К вечеру распогодилось. Можно сказать, весь день было так как-то прохладно. Солнца особо не было, а к вечеру вот погода. Сейчас нужно перейти на ту сторону. Тюльпанчики, цветочки здесь растут. Клумба такая. Здесь заправка, что-то автомобильное. Строительный магазин, вот это вот здание. Мастерстрой. Там впереди путепровод, столетия там всякие, Постышева. Вот. Скоро соберутся вечерние пробки, но они уже потихоньку собираются. В ту сторону Гоголя. Там дальше фуникулер в ту сторону. Там водоканал находится. Дует ветерок небольшой, ну так, в общем, распогодилось к вечеру. Сейчас уже 6-й час пошел. Так, здесь у нас, вижу, шкаф с книгами стоит. Здесь библиотека Горького. Здесь пойдем. Двориками прогуляемся чуть-чуть. Что здесь за адрес, надо посмотреть. Жилой дом.
неизвестно. Так. Не заблудиться бы. А, я понял, где выйду сейчас. Это небольшой скверик возле дома железнодорожников. Вот он находится здесь. Сейчас дом железнодорожника, фасад ремонтируется, стоят леса. Здесь еще сохранились, вон там через дорогу сохранились деревянные дома, частный сектор. Здесь можно пройти. Вот видите, частный сектор, можно сказать, и высотные новые дома стоят. Здесь сделали тротуар. Раньше здесь просто было земля. Земля и камни вот здесь вот были. Вон там частный сектор. Ну, кто-то уже за место простых деревянных деревенских домов построил себе коттеджи. А кто-то вот до сих пор живет вот в таких вот домах, видимо, на нескольких хозяев. Ну и вот высотка. Высотка вот такая вот стоит. Вот. Вот этот вот дом все никак не закончат. Стройка уже давным-давно заброшена. Уже я не знаю, сколько долго уже стоит в таком состоянии этот дом. Стройка заморожена, скорее всего. Машины. Машины везде. Местные жители с собачками гуляют. Что здесь за адрес? Непонятно. Здесь находится тренажерный зал. Называется Мастер Джим. Мастер Джим — это сеть фитнес-клубов во Владивостоке. Может быть, в других еще городах есть, возможно. Сервисный центр ДНС, магазин техники.
ветерок. Там инструментальный завод. Там тысяча мелочей район. Владивостокский государственный университет экономики и сервисов, ГУЭС. Здесь такой сад камней. Территория ГУЭСа. Ёлочки тут, всякие деревья растут. Thank you.
через дорогу частный сектор, остатки. Скоро все это будут сносить и что-то будут строить здесь. Голубиная пасть, торговый центр. Там за зеленым забором остатки частного сектора. Здесь казачий домик был Гоголя 27, деревянный верх и каменный низ, так скажем. Сейчас в этом здании автошкола, кажется, находится. Высоченный дом. Вот за этим зеленым забором и дальше тоже был частный сектор. И вон там через дорогу
еще остатки остались, но скоро их снесут. Там уже крыша провалилась. Конечно, тот дом уже не жилой. Для истории останется. За забором стоит кран. Идет какая-то стройка, видимо. Ну вот был раньше частный сектор. Гоголя 6. Вон тот домик через дорогу. А здесь стройка. Стройка. Водитель чего-то ругается. Выехать, видимо, не может. Впереди тоже идет стройка, глобальная, масштабная. Раньше здесь стояли корпуса ДВФУ или ДВГТУ. Университет переехал на Русский остров. Корпуса были снесены, и сейчас идет стройка. А вот это были общежития. А может, и сейчас остались общежития ДВФУ. Или ДВГТУ, как правильно. Выезжает техника. Вот в этом или вот в этом здании раньше была библиотека университета. Сейчас там Россия, моя история. Вот. А здесь на стройке стоят краны. Работа кипит. Там наверху была видовая площадка, откуда открывался вид на бухту Золотой Рог, на Золотой мост. Но сейчас там идет стройка, туда прохода нет, конечно. Поэтому как-то так. Фуникулер, там Золотой мост, Золотой Рог, вот бухта. Thank you.
Сопка Орлиное гнездо. Оттуда тоже хорошие виды открываются. Там впереди проспект Красоты. Бухта Золотой Рог.